новостям спорта. С 18 по 19 декабря во Дворце спорта АК пройдет завершающий в этом году этап женского чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги Б. В первом игровом дне пятого тура наши муромские волейболистки сыграют с командой «Ителмас» ЖГТО «Ижевск». Начало игры в 18:00. Уже на следующий день, 19 декабря, в 12 часов дня, волейбольный клуб «Муром» встретится также с ижевскими спортсменками.